Новосибирцы сдали на переработку почти 1,5 тонны использованных батареек и пластиковых крышечек. Это результаты 6 экологических акций. Они проходили с апреля на площади Ленина. 7-я состоялась сегодня. Возникла система, люди уже приходят, знают, что их не обманут, что экомобиль точно придет, точно им обменяют, выдадут. И поэтому сегодня было очень много звонков, много желающих, которые копят, собирают и хотят прийти. Нынешнюю акцию приурочили ко Всемирному дню льва. На площадь Ленина, где дежурил экомобиль, пришли десятки участников. По традиции, за 2 использованные батарейки можно было получить конфету, а за 0,5 кило пластиковых крышечек – мороженое. Акцию организовал Комитет охраны окружающей среды, мэрии и Новосибирская ассоциация детских объединений. Вывозом отходов займется муниципальное предприятие спецавтохозяйства. Как подчеркивают кураторы акции, весь собранный мусор будут утилизировать именно новосибирские переработчики. Почему мы собираем именно крышечки? Потому что это совершенно другой вид пластика, в отличие от того, который мы привыкли с вами видеть в бутылке. Соответственно, из этого вида пластика можно переработать его, сделать гранулы, переплавить и сделать горшки, лотки и всевозможные другие материалы, подходящие, и тоже опять из пластика, то есть вернуть в оборот. И самое главное, что цель этой акции не сделать всем хороший сладкий презент, а, конечно же, просвещение для наших детей с целью донести, что не надо это выкидывать, это можно отдать на переработку, и это будет вторая жизнь. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.